Всем привет! Сегодня очередное видео о заработке в интернете. И сегодня поговорим о таком сайте под названием Max Garden Online. Это такая экономическая игра. И хочу сразу сказать, что я никого не призываю работать здесь и что-то делать, влаживать свои деньги. Я просто хочу рассказать о ней, что я узнал и как здесь все происходит. Значит, в этой игре есть такой вот личный сад, в котором будут у вас такие вот цветочки, и их нужно будет вот так вот брать леечку и поливать. Ну, такая детская игрушка, можно показаться, да, вот ее надо вот так вот их поливать. Поливать надо один раз за 12 часов, потому что, видите, вот идет уменьшение зелени и краснеет. Да, и когда вы поливаете, вот так выскакивает монетка. Вот эту монетку дает цветочки, да, одну монетку в день. И их вот так вот надо собрать. То есть, если у вас 10 цветочков, как у меня, то можно в день заработать 10 центов. Да, вот, как бы, без вложений можно зарабатывать. Вот сейчас вы видите, у меня на балансе 58 центов и вывод 72 цента. То есть, я мог бы вывести эти деньги себе на Payeer кошелек. Да, здесь только Payeer кошелек, и можно только через него выводить деньги. Что здесь за игра, значит? Ну, грубо говоря, скажу, что это такая пирамида. Вы вкладываете свои деньги и потом снимаете с процентом. Давайте посмотрим историю урожаев. Этот сайт уже работает месяц, поэтому зарекомендовал себя. На нем уже зарегистрировано больше 20 тысяч человек. И вот сейчас идет как бы сбор урожая 40-го в морской сад и тропический сад. Два сада. Значит, первый сад морской. Здесь, значит, вкладывается от 10 центов до доллара. Ну, если нажать посмотреть подробнее, то... Открывается такая страница. Сейчас подгрузится. И, значит, смотрите. Вот сейчас, в данный момент, 1603 человека вложили свои деньги. Вот 0,99 минимально вкладывается. 1,2%. Значит, снять, и получается доллар 20 вы можете уже снять. Как здесь, вот видите, что люди вкладывают, кто 2 цента, кто 49, резервирует место, но резервация идет на следующий уже посев. И как раз этими деньгами, которые сейчас люди резервируют, те получат 40-й, да, и так дальше. Каждый раз все это обновляется. То есть, можно вот так нажать, зарезервировать место на следующий посев. И вот высвечивается. Пишет, да, вот у меня 58 на балансе и вывод 0,72. Что-то долго так открывается. Да, вот есть общий чат, где все общаются, разговаривают, да. А есть контакты. Если нажать на контакты, то вот здесь вот можно увидеть, кто в сети, и с кем-то поговорить. Личные сообщения. Также новшество было договор займа. То есть, получается, если вы большую сумму вкладываете, а суммы здесь вкладывают некоторые и по 2000 долларов, то, получается, можно заключить договор с сайтом, и что он обязуется выплатить. Нажмем сейчас статистику, посмотрим. Статистика сайта. 20 тысяч людей уже зарегистрировались. Выплачено было уже 100 тысяч долларов.
работает месяц, да, как мы видим. Вот, страховка 109 тысяч, да, мы видим, и зарезервировано мест на 48 тысяч. И вот если посмотреть, вот резервируют люди, да, игроки. Значит, и премии и конкурсы. Откроем эту вкладку. Тоже здесь интересный момент, что есть конкурс рефералов. Сколько вы рефералов приведете, сколько на них заработаете, и вам будет премия. Также, если вы вкладываете, вот здесь видите, человек вложил 3000 долларов, и ему идет премия 15%, 3450 идет, и через энное количество дней он получит свои дивиденды, так сказать, проценты. Вот, вывести можно, вот видите, баланс и вывод разделен. На баланс идет 40%, а на вывод 60%. То есть, грубо говоря, вы вложили 10 долларов, вам вы получите за них 20, но на вывод вам пойдет 16, наверное. Нет, наверное, 14, а 6 останется на балансе. Можно опять их ложить. Ну, что-то такое. Точно не знаю. Ну, 60 на 40 делится. В общем, так. Если нажмем опять историю урожаев, то посмотрим, давайте, другой сад. Это тропический. Что здесь происходит? Сейчас он заполнен на 56%. Как мы видим. И сумма здесь уже 36 тысяч. Значит, идет от 1 доллара до 3 тысяч долларов. Если вот 11 долларов вложить, то умножается на 2 и получим 23 доллара. Вот. Ну и можно резервировать до 3 тысяч. Вот если посмотреть, этот резервация или собирает урожай уже 6 дней. Да, в том урожае, в саде морском, собирается намного быстрее, бывает за день, бывает за два. То есть, значит, за день, за два вы можете вот эти 20 центов заработать, да, ну, грубо говоря, небольшие деньги, конечно. Так, у меня не получилась резервация, видите, баланс у меня так и остался. Сейчас давайте посмотрим. Сделаем на следующий. Вот, нажимаем зарезервировать. Будет 70 центов. Да, еще если кто-то вдруг зарегистрируется, вот видите, с баланса ушли деньги, перешли туда. Вдруг кто-то решит все-таки стать рефералом и решит работать на этом сайте, то здесь есть такая настройка. Значит, если вы вложиваете 10 долларов, к примеру, да, то с 10 долларов мне идет 10%. 10% это доллар, грубо говоря, да. Но здесь можно сделать настройку 50 на 50. То есть вам вернется обратно 50 центов. То есть если вы вкладываете 10 долларов, вы получаете на баланс сразу 10.50. За счет того, что я поставил 50 на 50 рефбэк, и возвращается 50 центов этих. И мне идет тоже 50 центов. Так что вот такая игрушка. Не знаю. Ну, грубо говоря, это такая пирамида. И деньги получаются с тех денег, которые люди дальше вкладывают. И, грубо говоря, можно вспомнить в России, кто живет МММ. Да, пирамида такая, что должны были быть проценты большие. Ну и это типа такого тоже, что процент действительно большой, но и вывод происходит. Если сейчас вот я нажму на вывод и 0.72 вывести. Давайте посмотрим. 0.72 на вывод. И сейчас я открою свой PR кошелек.
чтобы не быть голословным. Вот видите, обнулилось. Деньги я уже выводил. Но вам сейчас покажу тоже, что действительно происходит. Оплата. Было 72 цента. Да, вот видите, 71 цент я получил. Было 72, 1 цент ушел на комиссию, по всей видимости, да? Ну, давайте посмотрим. Вот, смотрите. Автовывод, баланс из игры MacGarden Online. Все правильно, да? 71 цент. Так что, вот смотрите, мгновенный перевод. Деньги переводят. Он мне тут сразу переводит почему-то в рубли. 48 рублей. А, ну вот они, 0,71, да, вот здесь, видите. Вот, поэтому сайт платит, работает и уже месяц, и планы у них еще большие, увеличить, даже сделать еще один сад какой-то там космический, и там будет от 1000 долларов вложиваться. Ну, не знаю. Так что решайте сами. Я никого не призываю здесь вкладывать свои деньги. Еще раз повторяю. Это личное дело каждого. Ну, возможно, вот так вот поливать и зарабатывать в саду цветочки. Да, их тут можно покрасить в любой цвет. Да, вот. Также можно подарить его, заморозить его. Если не можете полить его за 12 часов, то можно его заморозить. Так что вот так. Клеечкой поливаем и получаем монетки за это. Да, тут можно купить другие цветы еще. Всякие тут подсолнухи, шутеры, картошки. Цветок роза, который стоит недешево. Но дают больше монеток. Я их не покупал и не собираюсь. Все это ерунда, я считаю. Так что вот такой сайт. Новая экономическая такая игра. Здесь есть группа ВК, которые тоже там проводят и конкурсы, и еще что-то. Не знаю, этим я не занимаюсь. Ну и договор займа. Очень такой юридический договор, что... И люди, видите, не боятся, вкладывают деньги по 3000 даже долларов. Вот. В чате с игроками общаются, тут пишут все, выкладывают скрины выводов. Ну, вы видели, да, что вывод работает. Вот. Но все равно, мне кажется, рано или поздно он все равно закроется и будет скамом. Вот. Ну, не знаю, сколько он еще продержится, но вот месяц уже работает, и месяц люди получают деньги. Вот. Ну, что я хотел сказать, что все-таки, как по мне, так лучше работать на другом сайте, немецкий сайт Югл. Здесь, конечно, надо потрудиться, чтобы заработать. Ссылку на этот сайт я тоже оставлю. И у меня есть видео на нем, о нем, об этом сайте Югл. Что я вывел уже 100 евро оттуда. Поэтому, кому интересно, то можете посмотреть это видео и тоже перейти по ссылке и зарегистрироваться на нем. Что будет непонятно, можете задавать вопросы, писать комментарии. Все, в принципе, все, что я хотел сказать по этому MacGarden Online. Все, всем пока. До новых видео.